Здравствуйте! Сегодня мы будем проводить осмотр поля после обработки люмаксом на кукурузе. Люмакс – это уникальный препарат, который позволяет проводить обработку посевов как до всходов, так и после всходов. Причем это зависит от нескольких условий, включающих в себя влагообеспеченность почвы, наличие прыскивающей техники и спектр сорняков. Давайте же пройдем в поле и посмотрим, каково состояние культуры сорняков через 10 дней после обработки люмаксом после всхода. Мы с вами находимся в полевом городе Краснодар, кукурузный блок, в частности гербицидный. Здесь представлены деляночки, где был применен почвенный гербицид люмакс до всходов кукурузы. Из сорняков видно, пожалуй, только падалицу подсолнечника. Далее представлены 7 золотых правил применения почвенных гербицидов. В контроле вы видите, преобладает такой сорняк, как щерица. Встречается вьюнок, яснотка. Далее представлено моделирование ситуации с плохой обработкой почвы. И вы видите, что из-под плохой крупнокомковатой почвы вылазят сорняки. Далее идет моделирование наличия растительных остатков на поле. Картина такая же. Из-под растительных остатков вылазят сорняки. Обратите внимание, что весь массив кукурузы в фазе 3 листа обработан гербицидом люмакс. Эффективность замечательная. Сорняков практически нет. Таким образом, на данном поле с падалицей подсолнечника послевсходовая обработка показывает более высокую эффективность.